Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Я сегодня нахожусь на своем основном аккаунте. Сыночек, иди сюда, иди сюда. Я его... Он проснулся только что, я его не заметил. Такой тихонько подошел. Привет, скажи привет. Привет. Ладно, иди, мама покормит тебя. Друзья, всем здравствуйте. Еще раз извините, пожалуйста. Совсем недавно вышли новые пассивочки, и я выбил всего лишь две, а третья так и осталась у меня не выбитой, я ее не затестировал. Я даже, честно, вот признаюсь, я не смотрел даже ролики, что она там, имба или не имба, хотя название роликов я видел, типа, лучшая пассивка, которую добавили. В общем, хочу это проверить, я не знаю, мне показалось, это худшая пассивка из тех, что добавили, но хочу проверить. Тайное лекарство Леон восстанавливает 600 очков здоровья в секунду, пока действует его супер. Она у меня есть в магазине. Я могу ее купить за 2000 золота, но у меня есть чуть-чуть сундучков. Я хочу провести такой мини-мини-баттл. Что победит, донат или халява? То есть выбью я ее, Supercell подарит мне ее, или мне придется тратить игровые ресурсы? Да, конечно, золото не такой себе и донат, но тем не менее, потрачу я ли то, что копил, или дадут мне ее на халяву? Вот что интересно. Ребятки, если... еще не ставили лайк, пожалуйста, прожмите его. Если не подписаны были, обязательно подписывайтесь. Проверьте, включен ли у вас колокольчик. Ну и приятного всем просмотра. В общем, рекламная, дорогие друзья, пауза. Дорогие ребятки, рекламная пауза. И мы начинаем, поехали. Итак, я начинаю открытие, очень мало сундуков, но выпасть все-таки может что-то, если, конечно, ты прожмешь лайкосик свой. Поехали, 4 бокса и один большой бокс. Я в любом случае эту пассивку сейчас куплю, но, блин, так интересно, выпадет или не выпадет. Я специально это на видео, я хотел так открыть, но думаю, а вдруг она сейчас дропнется, ну интересно же. Не представляете, с такого количества сундуков дропнется пассивка. Это бонус, да, это же не пассивка. Да. Поставь лайк и подпишись на удачу, ну правда, ну блин, это же всегда работало и сработает это сейчас. Все, последний ящик остался. У тебя последний шанс это сделать, подписаться и поставить лайк, чтобы дропнулась пассивка. Ну? Бонус. Да ну понятно, наивно я предполагал. Ну что ж, ладно, победил донат, покупаем пассивку на Леона. Проверим ее сейчас в деле. Где у меня тут Леон? Звездная сила, тайное лекарство. Что, в ШД пойдем? Как, что у нас там? Вчера я не стримил. Ага, королевский прием. Не, в принципе, тут нормально на Леоне. Хотя тут Пайпер сейчас будут все тащить. Но погнали, попробуем. Друзья, сегодня стримчанский будет. Сегодня я никуда не уезжаю. Тем более, сегодня у нас результаты конкурса. На 20 скинов... Блин, а какой там скин? А, Карла. Мне что-то динамайк в голове. 20 скинов на Карла разыгрываю я. Блин, представляете, целых 20 победителей будет. Ребята, участвуйте в конкурсе, кто еще не участвует. Все, что нужно, это подписаться на канал, на инстаграм. В общем, ну подробные условия вам лучше посмотреть в ролике для конкурса. Там все более подробно рассказано, что нужно выполнить. Ух, какой урон у Леона. Блин, жаль, что у него отхил только под инвизом, да, я так понимаю. Так, а как мне вот эту баночку забрать? А, не достаю. Не достаю. Ага. Так. Сейчас добьем его. Ну, Леон, надо добивать. Леон, что ты оставил его? Что ж ты его оставил, блин? Не-не, я не с тобой затимиться, я с Леоном хотел. Ну ладно. А сколько у него банок? Одна тоже, да, как и у меня. Так. Так. Я не понял, у него суперспособность действует же в инвизе, правильно я понимаю? Блин, не дает мне нанести нормальный урон. Но мы так его сейчас тут забьем потихонечку. Оп-оп, надо подойти поближе. Опа. Нет, Мансим. А получится у нас с тобой подружиться? Да, вроде как подружились, Пайпер. Но я не уверен в ней, поэтому я пойду сюда наверх. Ох, какая жара. Мне надо ульту набить сейчас. Хотя что мне набивать ульту, как у меня фулл хп? Не, ну типа в инвиз ушел и все, и отхил дикий пошел, да, по 500 хп. Ну сейчас проверим, сейчас затестим. Оп. Оп, yes. Так, ну мне надо, чтобы у меня покоцали. Так. Ага. Все, отлично. Так, наноси мне урон. Так, еще нанеси мне урон. Оп, в инвиз.
Ну и да, пошел такой отхил прикольный. Ну, честно, я не вижу тут имбы. Ребят, объясните, неужели это имба? Вот скорость передвижения решала, а отхил... Но опять же, надо попасть, наверное, в такую ситуацию, которая меня затащит. Реально, мало хп остается, ты инвиз юзаешь. Да, бывает такое, знаете, ты хочешь использовать инвиз в качестве дефа. Ну, он всегда, в принципе, используется в качестве... Ну, не всегда, иногда в атаку. Но в большинстве случаев ты хочешь прожать ульту, чтобы сохранить, засейвиться, да? Вот, ну иногда скорость решает, конечно, убежать. Но, может быть, отхил в этом плане будет получше. Не знаю. Надо попасть в такую ситуацию, пока не могу судить. Чисто мнение пока высказываю свое, не проверил еще нормально ее. Сейчас спайка замочим. Да ну, ты гонишь, спайк. Ты Шелли, серьезно? У спайка хп меньше. А, везде Шелли. Так, кто там сдох? Не, Шелли надо убивать. Со спайком надо затимиться, реально. Мы две леги, мы должны Шелли всех Шелли убивать. Ага, ага, но мы все равно тебя убьем, Шелли. Так, давай, давай, спайк, мы затащим ее, давай, все, мы затимились, отлично. Ха-ха-ха, ну что, куда ты денешься? Сейчас будет использовать ульту. О, у меня, кстати, есть пассивочка сейчас с ультой. Так, блин, у нее уже аптека, наверное, появилась, да. Да, вот сейчас, оп, да, в принципе, хил такой бодренький. Да не, Спайк, я с тобой, я не этот. Я в инвиз ушел отхилиться. А то сразу плохие намерения думают у меня. Так. Блин, Шелли, конечно, с пассивкой хрен убьешь. Тем более на расстоянии. Сейчас отхилиться, блин, падла. Так, ну со Спайком, в принципе, это возможно. Блин, у Спайка пассивка плохая. Так. Так, Шелли. Минус Шелли одна. 6 бойцов еще. Так, ну сейчас, в принципе... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, пэм-пэм-пэм-пэм, ну куда ты забрала его? Затимимся, отлично. Она такая ощущение, что меня хочет закрысить. Так. Блять. Не получится мне с ней затимиться. Ладно, тогда набьем на ней... Набьем ульту на ней. Ульты пока нету. Так, я постою тут. На дистанции. Так, надо... Кого там? Надо кого-то убить. Я не хочу четвертым погибать. Оп. А я все еще хилюсь. Ха-ха, не, ну прикольно. Отхил прикольная вещь. Особенно в таких ситуациях. Да, я сдох третьим. Но она меня не затащила. Она меня не затащила, эта пассивка. Но отхил прикольный. На самом деле. Вот сейчас он мне немножко помог. Когда тебя... С инвиза, кстати, не выбивают тебя... Ты, по-моему, в инвизе остаешься, даже когда попадают. И ты хилишься на протяжении инвиза. Прикольно. Но с инвиза не выбивают тебя даже с прошлой пассивкой, но все равно. Так, у меня мало банок было, да? Сейчас мы исправим эту ситуацию. Не, Шелли, ну блин, ну правда, ну это моя банка. Давай. Давай как бы не будем ссориться. Давай? Отлично. Это хорошо. Так, вторая баночка моя. Сейчас надо еще. Надо побольше баночек, чтобы взять топ-1. Хочу топ-1. Кто у нас тут? Что у нас тут? Никого нету. Замечательно. Значит, моя баночка. Оп. Блин, так давно не играл на Леоне. На нем так весело играть. О, давайте убьем Пэм. Пэм, Пэм, Пэм. Тинкс. Чикс. Чикс. Так. Ой. Ой-ой. Так. Угу. Ушла, блин, ладно. О, ворон, стоп. Удачно я замансил. Так. Да шо ж. Ой нет. Нельзя, отхил, нужен отхил. Бля. Ну все, он сейчас может ультануть у меня. Да господи, как сложно-то, когда... Та падла забьет меня, да. Да бля, ну конечно, он, сука, надамажил. И ульта у него была. Минус 5. Последняя каточка понеслась. Все, давайте вы вот сейчас знаете, что сделаете. Поставите лайк, а я сделаю топ-1. Сможете так сделать и подписаться или нет? Я постараюсь сделать топ-1. Давайте, я на вас надеюсь. Так, осталось теперь вас не подвести. Бля, против Шелли, конечно.
Сука, тем более, когда с пассивкой. Стоп, а у него пассивки нет, да? Я не вижу пассивки. Еее, у него пассивки нет. Значит, я ее сейчас убью. Мы затимимся с тобой, Леон, или нет? А вы видите, Шелест без пассивки дружелюбнее, чем с пассивкой. Тимиться хочет. Нет, Леон, даже не думай меня закрысить. Даже не думай. Так. Как думаете, использовать инвиз, чтобы убить Биби? Я думаю... О, Биби тоже без пассивки. Найс. Yes. Блин, а я с инвизом... Ладно. Ладно, Леон, ладно. Хорошо. Нет, только не я. Леон, только не закрысь меня. Так, хорошо. Так. Давай, надо ее отпугнуть. Ха-ха, ну естественно, я бы тебя закрысил. Ну, такое... Блин, топ-1, я же пообещал. Оба, нифига, чётенько, ребятки, смотрите. А чё она меня не добила? Охренеть. Какая-то странная Шелли, согласитесь. Гля, я ее тупо убил. А, Леон! Блин, откуда он взялся? Топ-2, ребят. Ну, топ-1 чуть-чуть не хватило. Хотя я вообще думал, я сдохну третьим, когда Шелли меня загнала. Не, ну, пассивочка прикольная. Ну, я пока не понял, имба она или нет. Напишите в комментариях, что она вообще, имба или нет. Ха, 2 бокса, но они мне уже не нужны. Короче, ребятки, спасибо вам за просмотр. Сегодня будет еще аккаунт без доната, а также будет вечером еще стрим Чански, на который я вас всех приглашаю. Буду ждать вечером на стриме, стрим на Твиче, на Ютубе. Кто подписан, нажимайте колокольчики, не пропускайте. В общем, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание, всем удачи, хорошего настроения и увидимся чуть попозже. Всем удачи, пока.